Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо головні події тижня, які сталися на фронті. Допоможе нам у цьому військовий експерт Роман Світан. Будемо говорити про черговий масований обстріл Росією України, також про Бахмутський напрямок, а також події, які сталися на зустрічі в форматі Рамштайн. Пане Роман, доброго дня, вітаю вас. Привітаю. За декілька місяців перший масований нічний обстріл. Чому почали стріляти вночі окупанти ракетами? Ну, я б не сказав, що там масірований. Все-таки було чуть більше трьох десятків ракет. Угу. Ночний пуск був обусловлений, скоріше всього, новим методом. Уже пытаются апробировать новый метод работы. То есть крылатые ракеты в основном шли до этого днем, а сейчас пытаются пропустить их ночью. Плюс ракеты Х-22 много, сразу 6 Ту-22М3, 12 ракет Х-22, неточных, но очень мощных ракет. То есть в общий пуск ночью, то есть, я думаю, пытаются попробовать нашу систему противовоздушной обороны именно в ночных условиях по этим ракетам. Опять видно все-таки небольшое количество носителей Ту-95, то есть ракет Х-101, Х-555. Это может говорить о том, что либо не готовы летный состав, не готов летать ночью именно на эти бомбардировщиках, либо сами по разным причинам, так как очень мало ракет, получается 12 ракет всего было Х-101, Х-555. Один ночной пуск калибров, это 8 ракет, это один корабль отработал, ну или два корабля по 4 ракеты, но в основном один корабль 8 ракет несет. То есть не массированный удар, удар ночью, после вчерашнего нашествия шариков с отражателем. То есть попробовали систему противовоздушной обороны, активировали ее как могли. Дальше заставили нас передвинуть свои некоторые зенитно-ракетные комплексы, особенно радары, на новое место, то есть определенный алгоритм. И это пока проба пера, я так думаю, все-таки проба пера. Хотя небольшое количество ракет говорит о том, что они высаживаются уже на складские запасы. То есть два десятка крылатых ракет всего лишь в атаке говорит о том, что у них они в ближайшее время смогут работать только с колес. То есть где-то от 40 до 50 ракет в месяц они могут производить. Вот это тот максимум, который будет нам приходить в течение месяца. Неважно, в какими волнами, скорее всего, они будут Х-22 эти волны разбавлять. Чи точность ракет оккупанта зависит от часу добы? Точность нет. Дело в том, что эти ракеты, им неважно, какой день, погода, абсолютно неважны. Здесь есть вопросы, допустим, по ракетам Х-59, Х-31, они управляемые, то есть телеуправляемые, но здесь, может быть, нужна определенная погода, так как идет на видео, найдут на видео управление. Ну а ракеты Х-23 и остальные Хашки крылатые, для них погода не важна и время суток тоже не важно. Знаете, при ранних обстрілах масованих наша ППО працювала там на 70%, подекуди на 80%. Цього разу збили з 32 випущених ракет приблизно половина. Чому цього разу ППО, умовно кажучи, по цифрах не так ефективно спрацювала? Діло в тому, що Х-23, а їх було 12 штук. Тобто, вони, наша система протиповітряної оборони, Х-23 збивати не может, пока не подойдут Патриоты и СМПТ Мамба, мы не сможем работать по ракетам Х-22. Это сверхзвуковые ракеты, больше 3 махов. Очень сложно их сбить, практически нереально этой системой. Потому здесь вот эти 12 ракет, они, если говорить о относительных цифрах, они, конечно, подпортили нам общую картину. Хотя если их отнять, то есть отминусовать эти 12 ракет, то мы на уровне 73% уничтожения, это как раз то рабочая цифра 70-80%, которая работает наша система противовоздушной обороны.
Ви згадали тільки що про Петріоти, про СМПТ. Власне, на Рамштайні говорили про те, що ці ЗРК ми отримаємо, імовірно, принаймні, країни готують їх нам до передачі. Чи після цього, як ми їх отримаємо, взагалі реально буде зробити нашу систему протиповітряної оборони такою, щоб Росії, в принципі, було нелогічно, незручно і невигідно вистрілювати навіть Х-22-ми? Все будет зависеть от количества передаваемых зенитно-ракетных комплексов. Угу. Количество, которое сейчас заявлено, однозначно недостаточно для выполнения задач по полному перекрытию на небо Украины. То есть те 2-3 батареи Патриотов, которые могут прикрыть, в принципе, допустим, большой город, типа Киева, может быть, 2-3 еще аэродрома, но не более того, количество СМТ тоже пока непонятно. Нам для того, чтобы, допустим, более-менее довести до невозможности, нелогичности использования ракет по нашей территории, нам надо как минимум 20 установок СМТ. 20, не 1-2, а 20. Дело в том, что она работает и против баллистических ракет, но радиус там 35-40 километров всего лишь по батарее. Потому надо определенное количество. Ну а, допустим, если говорить о тех же Патриотах, надо как минимум 2 комплекса. А в комплексе это 8 батарей, 8-9 батарей. Надо 2 комплекса, чтобы перекрыть хотя бы половину страны Патриотами. А батареи нам сейчас передают только всего лишь 2-3 батареи, пока непонятно количество пусковых установок. То есть, в принципе, нам еще, если для выполнения той задачи, о которой вы говорите, нам надо разов в 5-7 увеличить количество этих комплексов. Але, в принципе, СМТ и Патріот – это рабочий вариант против Х-22 ракеты? Это хороший вариант. То есть эти комплексы, они могут, во-первых, они видят дальше, они СМТ вообще может догнать эту ракету. Там ракета Астер-30, она до 5 махов разгоняется с ракетным ускорителем. Это очень хорошая ракета, очень хорошая в СМТ Астер-30. А Патриот модификации ПАК-3, а именно эти нам будут модификации выдаваться, они вычисляют точку встречи в передней полусфере, идет навстречу, идет в точку встречи ракеты. То есть, в принципе, они технологически могут выполнить перехват. Пане Романе, хотів би я ще повернутись до зустрічі в форматі Рамштайн. Чому нам не дали винищувачі? Ну, я б не сказав, що нам їх не дали. Нам не озвучили передачу. Однозначно есть информация о том, что летный состав учится. 100 миллионов долларов было выделено в прошлом году на подготовку летного состава. Неделю-две назад было заявление руководителей Великобритании о том, что они готовы и уже берут на обучение летный состав для выполнения обучения на самолетах. Но, скорее всего, Великобритания может обучать нас на тайфунах, на европейских самолетах «Тайфун», а 100 миллионов долларов было выделено однозначно под, ну, скорее всего, под F-16. То есть это оптимальный вариант. F-16 просто дешевле «Тайфуна» в раза в 3. Хотя функционально примерно они машины одинаковые. Потому однозначно нам передадут самолеты. Вопрос, когда? Если решение было принято на этом Рамштайне и закрыто, ну, то есть разные причины есть, есть точно как минимум половина решений иногда закрывается для информационного пространства. Потому если было принято и закрыто, мы месяца через 3-4 можем увидеть самолет вместе с летчиками на поле боя. Может быть еще вариант, связанный с тем, что это решение в информационном поле подать может, допустим, президент Байден, когда будет в Польше. Это тоже вариант, по крайней мере, не стопроцентный, но вариант. Тобто я правильно розумію, те, що нам не озвучили, не факт, що процес не йде. Точніше, що насправді то процес йде. Процес точно йде. Самоліти ми точно отримаємо. Є определенна логіка в передачі техніки. Якщо нам почали передавати тяжелу техніку для виконання наступальних дій, це логіка
передачи такого уровня техники должна быть триада. Тяжелая техника, легкая броня плюс авиационная mm-hmm. компонента. Третий компонент авиационный — это хорошие цели для авиации противника, они будут просто уничтожены. Потому однозначно этот момент будет связан. Вопрос в озвучке. Ну, это здесь уже прерогатива принятия решения наших партнеров. Так, значит, так. Пане Романе, до вас як до льотчика в минулому питання є. Росія стягує літаки до кордону з Україною, це пише Financial Times. Чи Росія зараз планує змусити свою авіацію більше бити по наших землях? Чи вона буде частіше використовувати бойову авіацію в боях? Последнее время как раз появление боевой авиации на поле, на фронте определило направление наступления, основные направления, которые мы сейчас уже видим. Первое — это Угледар, там появилась авиация, там появились штурмовики, бомбардировщики, армейская авиация, вертолеты К-52. Угу. Мы начали их сажать в определенном количестве. Авиация появилась под Бахмутом, бомбардировочная, штурмовая. Авиация появилась в районе Кременной и в районе Купянска. То есть это как раз говорит о том, что в ближайшее время будет увеличение наступательных действий. Подтягивание авиации к линии фронта также говорит о том, что как раз она будет использоваться на линии фронта. Внутрь страны они залетать не будут, так как будут уничтожены, они это прекрасно знают. Система противовоздушной обороны у нас работает, и она работает даже если с 70-80% гарантии по уничтожению летательных аппаратов, они точно заходить не будут в глубину работы противовоздуха, там, где работает ПВО. И методология применения авиации, она такова, что не работает авиация, пока не потушена полностью, не потушена система ПВО. Если она есть, авиация работать не будет в этом районе. Чому раніше Росія так активно не використовувала бойову авіацію, а зараз вирішила це робити? Они идут уже на те потери, они на предполагаемые потери, и они на них пойдут. То есть потери авиации в этот заход, будем так говорить, будет около 50%. Они это прекрасно понимают. И вот идут на такого рода потери. Они подтягивают определенное количество самолетов, они их уже, можно сказать, списали. 50% самолетов и летного состава уже списали, они идут на то, чтобы поддержать наступательные действия на земле. Причем это правильный ход, это, кстати, как раз той же парадигме, в которой и нам передадут авиацию, потому что нет никакого смысла тратить войска на земле, допустим, и резервы, выполняя наступательные действия без поддержки авиации. Потому Россия точно будет выполнять эти действия. Чи в России зараз достатньо боевой авиации? Хватает. Около несколько сотен самолетов сейчас расположено в боевом радиусе от линии фронта, то есть это на дальностях, на аэродромах до 500 километров. Несколько сотен, можно говорить о 3-4 сотнях самолетов боевых, как минимум. Вопрос в летном составе. Летный состав профессионалов мы уничтожили за последний год. Там есть сейчас выпуски молодежи, желторотиков, которые стали как-то на крыло, будут пытаться, по крайней мере, выполнять боевые задачи. Они этот год довольно-таки много тренировались. Мы видели эти полеты тренировочные, даже падали. Мы видели, как эти желторотики в дома попадали в том же Ейске. То есть есть такой момент, но это связано как раз с интенсивностью полетов, обучения новых молодых летчиков. Но профессионализм, конечно, куется годами, потому, скорее всего, и мы увидим на поле боя как раз не профессионалов, в полном смысле слова, потому и будут очень большие потери. Но еще раз повторюсь, россияне на это идут. То есть они идут на то, чтобы потерять определенное количество самолетов и летчиков, но попытаться выполнить основную задачу выхода на границі Донбаса к марту місяці. Якщо нам підсилять ППО, якщо нам дадуть винищувачі, чи це буде відповідь на ту силу авіаційну, яку застосовуватиме Росія? Однозначно, просто вопрос времени. Угу. Они, это будут буквально через неделю, мы уже увидим увеличение
наступательных действий с применением авиации в том числе. А пока помощь нам запаздывает. Мы пока не видим авиации, по крайней мере, не слышим о том, что она подойдет. И те зенитно-ракетные комплексы, которые нам передаются, ну, хотелось бы больше. Однозначно мы будем работать с теми, которые есть. Сейчас у нас от 70 до 80%, еще раз повторюсь, эффективность работы ПВО, а надо довести ее до 90-95%. 100% не бывает нигде, но 95% мы можем довести, а это значит из 100 самолетов 9 самолетов, 90 самолетов российских будет на земле. Я хотів би повернутися також до теми повітряних куль. Що це таке було? Чи ми зараз будемо часто такі картини спостерігати? І чи цей запуск цих аеростатів, він якось корелюється з запуском аеростатів в США, які Китай проводив? Скоріше всього, услышали про ці шарики, які Китай забрасував, придумали, предложили и свои позапускать в нашу сторону. Мы, кстати, тоже где-то, наверное, недели 2-3 назад шутили по этому поводу, когда россияне начали панцири устанавливать в Москве, то как раз шутили, что такие шарики с дипольными отражателями, которые будут, да, на эти панцири просто положат высотки. Дело в том, что панцири 20 километров, дальность полета ракеты, это как раз центр Москвы, то есть было бы, можно было бы поработать по военным объектам, называется. Ну, заразительный пример вот такой, потому россияне попробовали, по крайней мере, этими отражателями, с этими шариками активизировать нашу систему противовоздушной обороны. Она, естественно, включилась, локаторы перешли из пассивного в активный режим, может быть, засветились, но после каждого включения у нас локаторы перемещаются, потому а алгоритм практически невозможно определить, там определенная связь случайных чисел идет, потому вычислить они точно ничего не смогут. Ну, попытались, посмотрели на реакцию, на так, то, как мы будем работать по этим шарам. Отработали наши мобильные группы, как по шахедам, по высотным истребители пушками расстреляли просто. То есть, в принципе, мы даже сильно ракет не потратили против этих шаров. Потому я не думаю, что... Ну, россияне, тут логики, конечно, нет. У них иногда там в штабе часть малохольных, они могут что угодно придумывать. Потому логичного было, конечно, прекратить эти действия, понимая, что они ни к чему положительному не приводят. Но они могут их повторять. Повторять с определенной периодичностью перед атаками, рисуя какие-то точки, прокладывая маршруты для полетов ракет, исходя уже из той обстановки, которую разведывают при помощи этих шаров. Я хотел бы також вас запитати щодо найгарячіших напрямків, які зараз є. Що зараз коїться на Бахмутському напрямку? Чи є резерви, щоб місто втримувати надалі? Сейчас на данный момент 5-7 направлений, где активизировались россияне. Это Угледар, это Маринка, Авдеевка, это Бахмут, это Белогоровка, это Кременная, Сватово и Купянск. То есть те точки, на которых сейчас пытаются россияне пока в режиме разведки боем по 2-3 атаки в день выполнять наступательные действия, иногда под прикрытием авиации. Основная точка и основное болевая точка этого фронта всего, это Бахмут. Бахмут россияне сходу взять не могут. Заходят на правый берег реки Бахмутки, она делит Бахмут на части, две трети на западе, треть на востоке. В основном на востоке треть — это промзоны плюс частный сектор. Россияне иногда туда заходят, но мы перекрываем артиллерией, прикрываем куполом артиллерийской блокады как раз левый берег реки Бахмутки, левую часть, западную часть Бахмута. Западнее Бахмута находятся высоты, холмы, старый кряж. Именно на нем стоят сейчас наши батареи и прикрывают. То есть там, в принципе, пока россияне не перерезали пути снабжения с бахмутским гарнизоном, а им до этого очень далеко. С севера они уперлись в речку Бахмутку, в те же высоты. Они пройти не могут, сейчас возятся в районе Поросковеевки и Красной горы. И по югу уперлись в трассу Константиновка
Бахмут как раз за ней Часовьяры, основной тоже рубеж обороны, который, в принципе, прикрывает еще несколько путей снабжения. Опять же, уперлись, попали под артиллерийский огонь, откатились, пытаются 2-3 раза в день штурмовать, но с поля наступать на укрепрайон – это гиблое дело, потому они там и гибнут. Потому на данный момент Бахмут, как рубеж обороны, укрепляется, сдавать его на данный, сейчас никто не собирается, нет смысла, пока не перерезаны дороги, они не перерезаны, к ним даже не подошли, потому будет держаться Бахмут ровно столько, сколько нужно. На каких напрямках еще, можливо, новый виток эскалации? Однозначно будет на конец месяца, на третьей декаде, будет заход, полный заход всех вооруженных сил, которые есть у россиян сейчас, тех мобилизованных, которых они набирали еще несколько месяцев назад, готовили. Где-то около 400 тысяч человек будет в общем количестве на фронте. Будет эскалация в третьей декаде февраля. И до конца февраля, до начала марта будет держаться определенный максимальный режим эскалации. Подключится к Донецкому и Луганскому фронтам, подключится еще Запорожский и Харьковский. Причем эти два направления, одно из них будет основным, скорее всего, Харьковское. Их свалует в сторону, не на Харьков, это имеется в виду Харьковская область, восток Харьковской области, и свалует в сторону Купянска. Россияне будут пытаться нас выдавить с левого берега Скользкого водохранилища. Но к этому движению основному обязательно подключатся наступательные кисты, подключатся на Запорожском фронте, так как нужно, им надо будет растянуть наши войска по линии фронта, удержать, допустим, связать резервы, которые есть на Запорожском фронте, для того, чтобы они не помогли нашим войскам на Донецком, на Луганском, на Харьковском направлении. Потому еще подключатся два направления – Запорожское и Харьковское. Украина попередила Молдову про військовий переворот. Наскільки реальна історія про те, що Молдова забере назад собі Придністров'я, тобто що і там відкриється фронт? Молдова нет армии, которая могла бы сейчас военным путем решить проблему Приднестровья. Ей можем только мы помочь. Но мы сможем подключиться к уничтожению российского контингента в Молдове только по просьбе парламента Молдавии, президента и правительства. То есть пока это не будет, мы, естественно, никаких действий производить не будем. Но уже до какой степени прижмет ситуация молдавское правительство, это уже будем смотреть по развитию. Там пока будет, если и будет, то будет только политическая раскачка. Она уже была летом, мы ее видели. Сейчас это будет еще один виток вот этой политического противостояния. Лукашенко цього тижня знову погрожував Україні, що, мовляв, білоруські війська також можуть втрутитися в війну, якщо це буде потрібно і за певних умов. Наскільки така реальність зараз, на сьогодні, взагалі можлива? Ну, исходя из того количества войск, которые у Лукашенко есть, вмешаться он может только в навоз какой-нибудь с своей фермы, не более того. Не хватает сил и средств у белорусов выполнять наступательные действия. Провокационные, да, может, но они к чему не приведут, они могут привести как раз к очень разрушительным обратной реакции, разрушительным последствиям для самой Беларуси, так как удар, допустим, наших войск по всей ширине границы Украины и Беларуси на глубину нашего боевого радиуса выведет из строя практически всю экономику Беларуси со всеми объектами российскими и белорусскими. Потому они это прекрасно понимают. Это такой балкон Беларуси, если посмотреть на карту, балкон в Европу. Со всех сторон она окружена европейскими государствами, кроме с востока России. А и Литва, Латвия, Польша, естественно, Украина для них большая, для не белорусов, для оккупационного режима Лукашенко, это, естественно, большая проблема. Он вряд ли вступит в войну открытым способом
может поддерживать россиян, передавая им технику, они это делают, передавая даже некоторые воинские части, они уже появились в районе Крыма, мы это видим, наша разведка это отслеживает, но в прямой контакт с украинскими воинскими частями они точно вступать не будут. Счастливо, спокійних вам вихідних. До свидания. Дякую. Про масований обстріл ракетами, про події на фронті, також про Рамштайн говорили з Романом Світаном. Це є військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.